Вы даже и представить себе не можете, друзья, насколько грандиознейший контент вас сегодня ждет. Если, конечно, я смогу зайти в FIFA. Короче, друзья, за последнее время я вскрыл очень много пакетиков, в которых мне просто каким-то невероятным образом везло. Раньше я считал, что у меня лакерный аккаунт, это тот, на котором мне падал зубастик в предпросмотре, но забудьте. Я думаю, вы по названию уже понимаете, какие хедлайнеры нас сегодня ждут. Я впервые за всю EFC24 выловил себе рарного Мбаппе, но это не самое грандиозное. Также я поймал себе карту за 3,5 миллиона. Вы, собственно, гляньте сейчас нарезочку, потом мы вернемся и откроем еще один сумасшедший пак за 650 тысяч FIFA поинтов. Всем приятного просмотра. Ну и, конечно же, друзья, хочется напомнить вам о моих любимых спонсорах. Компания Пари. Респект за то, что они поддерживают мой каждый видеоролик. У них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин. При желании вы можете воспользоваться мобильным приложением. Ну и самое главное, не забывайте, что сейчас проходит акция 2024. Все подробности будут в закрепленном комментарии. А если вам нужна, друзья, EFC, возможно, вам нужны подписочки, а может быть, монеты, чтобы открыть крутой пак, а может быть, вы просто не хотите играть в Викинг-лигу и вам нужны бусты, все это добро вы можете найти по ссылочке в описании в моем личном магазине. Все, поехали, друзья. Два пика 85+. Открываем. Промик имеется. Франческоли. Второй пик открываем 85+. Так, ну и пик на героя. Нормально? Ван Перси в паке за 30 тысяч, 91. Ну, слушайте, статки у него прикольные, кстати. Финесики есть, R1. Это хреновая коча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть волкаутов из пака 10.83. Иногда ты и одного волкаута не видишь, иногда сразу шесть волкаутов. Вот это самый сочный пак на сегодня, я считаю. 4.87. Не, ну, если за ними ничего не будет, ну, это прям катастрофа. Ничего себе! Кто сомневался? Два кумира в одном паке. Ну, Ван Перси это без восторга, но Эшли Кол выглядит хорошо. Я за его Центуриона играл. Мне сначала обычный Эшли Кол выпал, потом Центурион. И вот сейчас падает его новая версия. По статам Тоти Лам едет отдыхать. У Тоти Лама только деф круче. Он только недавно мне упал. Открываем пак и надеемся на что-то невероятное. Так, где плашечка моя любимая? Ихрена себе тут информов. Неймар, Ван Дейк. Так, в дубликатах Ван Перси 91 и Бербатов. Два принца и Клэш Рояль. Бля, ребята, пожалуйста, не накаркайте. Ну вы злодеи, что вы наделали? Нахера вы накаркали? Что это такое? Нахера мне два принца, блядь? Ну после этого жуткого пака нужно реабилитироваться, как мне кажется. Откровенно скажем, не произвел впечатление должного уровня. Робандо, смотрю тебя еще с 15-й фифы. Пришло оповещение в стриме, решил заскочить. Желаю поймать все топовые карты. Так и сделаю. Все топовые карты записал. Чего? Чего? 10.83? Я первый раз ловлю Мбаппе, друзья. Первый раз за всю EFC я ловлю рарного Мбаппе. 91 рейтинг. Охренеть, вот это было внезапно. Мбаппич врывается на вечеринку. Я ни разу за него не играл. Ни разу за него не играл, ни разу его не ловил. И вот наконец-таки он зашел ко мне в гости из пака 10.83. Не, до сих пор стоит, да, 700 тысяч. Так, вместо кого ставить Мбаппе, вот в чем вопрос. Мне вся тройка в атаке нравится. Блин, Кантану убирать ради Мбаппе. Вместо кого его ставить... Блин, этот аккаунт прям уже грандиознейший. Так, ну чё, на этом аккаунте мы тоже собрали себе сборочку кумира. В целом я даже не знаю, что есть улучшать. Как будто бы каждая позиция выглядит невероятным образом. Что за дерьмо? Ну, зейдеров, может, денег даже стоит. Оп, пик открывается. Две тоти карточки тебе упало. И один дымок. Так, первая карта это дымок. Кафу? Кафу, слушай, это уже хорошо. Нормально? Так, ну, Тоти Чех и снова Сиен. Что? Что я поймал подписчику? Ни хрена себе. Так, ну слушай, у тебя серьезное обновление. Все, поздравляю. Что мы можем получить? 60, 85 и выше. 1.90 плюс 3 кумира или героя. Только давайте без принцев и принцессы, я вас прошу. Холланд упал.
и миллиард информов. Так, 92 физуха. Ебать, это Кэмпбелл, что ли? 91 защита. Как будто бы Кэмпбелл, да. Ну, у меня этих ЦЗшников просто миллиард. Ну, как будто бы неплохо, да, но, опять же, с учетом того, что у меня этих ЦЗшников миллион, открываю. Потом на Next аккаунт пойдем, там тоже вскроем. Драгба. Я уже расстроен. Драгба мне дают дубликатом. Так, ладно, едем дальше. Есть надежда, есть надежда. Кто это? Что это? Раш! Господи, и третья карточка. Пожалуйста, пожалуйста. Больно, блядь. Ну что это такое? Подписчикам тащу Тоти Вера. Себе тащу три говнаря. Ну ладно, Драгба не говнарь, ну блядь. Так, два пика тут собраны, давайте еще два соберем. Так, ну что, поехали. 4 пика, 85 плюс. Let's go. Опа, Милитау выпал. Довольно-таки редкая карточка сейчас. Его нет на рынке, прошу заметить. Можно сказать, повезло. Что? 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 Чего? Какой нахер женоля? Ребята, это ультра лакерный аккаунт. Карта за 3,5 миллиона. Ну, по факту, это самый сильный герой, да? Охренеть. Дороже женоля только Кройф. Я плевался от его базовой версии. Но это, я думаю, меня порадует. Пик 85 плюс, собранный на отъебись. Еще и такое падает. Ну ладно, это вряд ли меня сильно уже удивит. Куда мне же ноля ставить? У него есть СФД. Как мне это все линковать? Кантона мне нравится, Чарльтон, еще и ПП. Не, этот аккаунт определенно точно мне нравится больше. Опять же, после женоли можно и смириться. Как бы сказать спасибо и на этом. Но... раз уж такой аккаунт, лакерный. Так, первая карта. 84-76. Как будто бы это стена. Не как будто бы, а так и есть. Вторая карта, как будто бы это тоже стена. Статы очень похожи, кстати, прошу заметить. Зедер, Раш. Ну и давайте, добейте меня. Добейте меня Кэмпбеллом с дымком. Кто там написал Кэмпбелл дымок? Ну ладно, выпендриваться не будем. Опять же, я... даже не расстроен. Так, друзья, ситуация какая? Либо мне придется учиться играть в три защитника, либо как-то умещать все эти карточки в составе. Вы посмотрите на эту тиму. Этот аккаунт реально получается уже лакернее, чем тот, где R9. Я за Зика еще не успел наиграться, я за Кантону еще не успел наиграться, да и Чарльтона убирать не хочется, но... в атаке как будто бы не так много мест. Соответственно, сейчас тестируем Бапинского. За Женолу я еще не играл. Но если вы наберете 6000 лайков оперативно, на следующий день, ну, может быть, через день, ладно, не буду уж давать какие-то сроки, выйдет геймплейный видеоролик, где я буду играть, учиться играть в три защитника вот такой вот командой. Команда действительно сумасшедшая. Каждый заход мне падает что-то невероятное. Сначала мне падал... Тоти Кер, вот с него, кажется, все началось. Потом, соответственно, ко мне на огонек зашел Кройф с дымком. Потом Блан с Вандерсаром. Потом Де Брюйне. Потом Яя Туре. Собственно, Кантона, Чарльтон, Зика. И вот, собственно, вишенка на тортике. Это женоля. Охренеть. До сих пор не верю, как в пике 85+, мне упала такая карточка. Ладно, в общем-то, друзья, давайте не будем затягивать. Откроем невероятный пак в магазине. Так, я готов. Пак. За 3500 поинтов. Фух, переживаю. Опен. Открываем. Смотрим. Так, Михайлович. А за Михайловичем кто? Матео. Так, что внутри? Куча информов. Де Брюйне 91. Вот вам и лакерный аккаунт. Наверное, в дубликате будет принц. Какой кошмар, друзья. Это ужасно было, скажем честно. Ну ладно, жаловаться не буду. В любом случае, дроп, как вы видели, получился у меня невероятным образом. Слишком уж наглеть не будем. Все, друзья, жду лайкусики. Будем тестировать эту команду. С вами был я, Пандосов Иксович. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао, какао.